С диагнозом коронавирус в Хакасии скончались еще 7 человек. Это 2 женщины и 5 мужчин, возраст от 40 до 89 лет. Таким образом, общее число летальных случаев в республике 190. Статистика за прошедшие сутки: выздоровел 231 пациент, новых случаев заражения 178. Так называемых тяжелых пациентов, по словам медиков, стало меньше, сегодня таких 155, и бригады скорой помощи тоже все реже сталкиваются с запущенными случаями. Число обращений, связанных с коронавирусом, сократилось вдвое. В течение суток диспетчеры принимают порядка 30 таких звонков. Еще в начале декабря их было более 60. К пациентам бригады скорой помощи теперь тоже приезжают быстрее, ожидание не больше 2 часов. Отложенных вызовов, передающихся по смене, нет совсем. Меньше стало и тяжелых больных COVID-19. Их число сократилось с 8-10 до 1-2 за смену. Если состояние пациента утяжеляется, на сегодняшний день таких вызовов немного, и это связано с необращением за ним медицинской помощи. То есть, таких вызовов, к примеру, за прошлые сутки были 2 тяжелых случая из 200 вызовов. То есть они не обращались за медицинской помощью на протяжении 2 недель.